это ничего не значит. Вспоминаем сегодняшний матч Аргентина-Швейцария. Казалось бы, вот тебе и гол, вот тебе и победа, и вроде бы преимущество. 123-я минута, угловой, и швейцарцы попадают в штанг. Джоанс. Направо Демпси не стал играть, немножко запутался. Мирелес слева открывается. Де Брюйне, но пас пошел. Пожалуйста, вот Лукаку. Он абсолютно свеж, он силен, он мощен. Он входит в штрафную, он делает пас. Дриблинг, Дани, один. Но... забил, конечно, Де Брюйне, на мой взгляд, лучший игрок Бельгии сегодня, лучший игрок сборной Бельгии, и замена сработала. Лукаку, он не бегал 90 минут, он пробежался только один раз, он пробежался так, что если, я не знаю фамилии, не очень слежу за этим видом спорта, я имею в виду американский футбол, но вот если бы сейчас самого лучшего квотербека там, или как их называют, выпустить на Лукаку свежего, я думаю, он его не догнал бы, даже имея возможность прыгать сзади, хватать руками и валить так, как принято в этом виде спорта. Лукаку просто как от стоячих ушел, не пожадничал, сделал паузу, выкатил мяч, а дальше, ну, сколько можно Ховарду? Все, кончились волоски в его бороде, которые выручали. Сильного времени едва не сравнял. Так что смотрим до конца. Ну, просто изумительно пробил. Ну, никак. Но при всем желании. Да, наверняка сейчас кто-то, игравший в воротах в футбол, скажет, вратарь вот потерял.